Итак, всем привет! С вами, как обычно, Карсенган, и это бесконечное лето. А именно мод 7 дней лета, мой горячо любимый. На этом моменте... Да, неправильно, опять начал. Ну, давайте, скажем так. Остановились мы на том моменте, когда мы разрешили ситуацию, ну, такой маленький конфликт между Алисой и Славей. Плюс мы успели прийти в ее домик. Плюс еще немножко заработали, я так понял, вот, даже вижу кармы. То есть мы за прошлый день успели заработать то ли 10, то ли... Пардон. Ну, то есть, в общем, за первый день мы успели заработать 40 кармы. Наверное, мы еще, наверное, к отношениям немножко получили, к Славе, Алисе и Ульяне. Но, походу, без этого не получится. То есть, просто ни с кем вообще не контактировать не получается. То есть, какое-то мизерное знакомство с том или иным человеком пришлось. Что ж, давайте, наверное, мы продолжим, а там уже как пойдет. Так, это и есть твой домик? Не совсем. Она покаянно посмотрела на меня. Просто у меня в домике Женя, а я не знаю, как она воспримет твой поздний визит. Она достала откуда-то из шкафа пакет, перевязанный тонким шпагатом. Здесь по мелочи: колбаса, копченое мясо, немного лука. Все, что осталось. Вкуснотища! Ощутимо звонкая рулада желудка полностью подтвердила мои слова. Только в сухомятку все ничего. У меня кроме воды ничего нет. Все, что есть в печи, все на стол мечи. Приятного аппетита. Спасибо. Наверное, и бульон вылили. Грустно подумал я, старательно отвлекаясь от особого, излучающего взгляда, которым смотрела на меня девушка. Санитарный день же. Эх. Что случилось? Ты как-то погрустнел. Да знаешь, подумал, что мог бы скалопендру и выбросить вон из тарелки, а потом все съесть. А если так посудить, то и скалопендра тоже мясо. Славя рассмеялась. Хороший настрой. Возможно, я не очень понимаю, что мне делать. Но все вокруг старательно убеждает меня в том, что я в своем месте. Ошибки не произошло. Наслаждайтесь летом, сэр. А ничего не делай. Улыбалась девушка охотно и часто. Хотя это почему-то не обесценивало ее улыбки. Возможно, потому что каждая улыбка была от души, искренней и честной. Твоя самая настоящая жизнь начнется только завтра, а пока наслаждайся затишьем. Славя облокотилась о подоконник и задумчиво посмотрела в окно, вслушиваясь в царящую за стеклом ночь. И я был готов поклясться, а она ее понимала, каждый звук, каждый шорох. А не ты ли, милая, есть настоящая хозяйка Медной горы? Я изучал ее профиль, не забывая работать челюстями. Высочайшим эдиктом дуэли были запрещены, но звон шпаг слышался каждую ночь, или как-то так. А ее серое кардинальское величество обернулось ко мне и в один момент уничтожило магию момента, надув щеки, изображая жующего меня. Забавно, кстати. Кстати, вот этот диалог, изначально его не было, то есть изначально даже поход со Славей был убран. Это я точно вспомнил. По крайней мере, на той версии, которую я играл на тот момент, мы просто увидели Алису, которая там что-то взламывала. То есть мы со Славей не контактировали. Возможно, это уже добавили именно с Локи так же само, но тогда этого не было. И мы просто выходили снова на Лену, которая что-то там делала. Я точно не помню уже. И все, и день заканчивался. А тут сцену расширили и добавили возможность с Славей поговорить, как бы, с ней. То есть, узнать про нее, про прошлое или какие-то хоть мелкие данные. Но, как видите, маловато. И если там, наверное, все-таки мы в столовой там были, то здесь мы у нее в домике сидим. То есть, вот такие уже отличия. В принципе, если там была все-таки отсылка на бесконечное лето оригинальное, то тут 7DL Кун постарался сделать что-то, написать что-то маленькое и новенькое, что у него, черт возьми, получается. И это действительно интересно читать. Не знаю, вот сколько раз
именно когда пытался читать, тут первый раз, когда Лену проходил, второй раз, когда сразу же хотел пройти на хорошую Лену, на концовку, когда на Мику проходил, всегда было интересно читать. Вот постоянно. И даже сейчас мне это действительно интересно. Потому что все новое, все необычное, все свеженькое. Лагерь ощущается очень классно. То есть действительно живой лагерь. Живой. То, что Яна пинает мяч, то, что она проказничает, то, что Лена стесняется, и это показывает, что она действительно няша-стесняша. Что Славя как-то там вот сконтактирует с тобой именно на том уровне, как и нужно. Что какие-то мероприятия происходят. Действительно, лагерь живой. Это все, что я могу сказать. Опять отвлекся, но оно так и нужно все-таки. Это ж не просто чтение того или иного произведение, то есть, то бишь новеллы, то бишь мода. Опять же, так вот, произведение, дефис мода, дефис игры, дефис новеллы. Вот так вот можно даже сказать. Но все же, многие сейчас просто читают новеллу и как бы, ну, эта новелла, она хорошая, она необычная. Это не нужно, потому что люди сами могут и прочитать, и высказать о ней мнение. А, допустим, мнение другого человека они не знают. И хочется узнать какие-то мнения и какие-то размышления во время чтения. Вот как это делал, допустим, Таурус. Ему, допустим, не понравилась концовка Лены. А мне она понравилась. Ну, не идеально, конечно, но все же. Так, я опять отвлекся, опять куда-то ушел. Давайте продолжать чтение, наконец-таки. А то меня будут заносить. Еще одна шалопайка. Пусть и чуточку взрослее окружающих. Я не знаю почему, но это согрело душу. Непогрешимый золотой паладин, без страха и упрека. Не идеальное оружие, орудие порядка. А живая и теплая девушка, которая просто нравилась, чтобы все было в порядке и все работало. Однако правило, как его, пусть она работает, пока не сломается, не всегда эффективно. Не знаю, к чему опять это сказал, но все же. Генератор рандомных фраз? Возможно. А обязательно было меня передразнивать? Поинтересовался я. Нет, конечно. Тебе не понравилось, прости. Да нет. Иногда мне кажется, что я понимаю чувства людей раньше, чем они их произносят. Поделилась она. А ты сегодня на меня целый день смотришь так, будто ждешь от меня какой-то пакости. Ну, кстати, вот этот момент очень справедливый. Просто Семен не может сказать того, что в его мире такие вот девушки, как Славя, которые к тебе относятся с добротой, сейчас даже на данный момент, даже сейчас в нашем мире, добротой у нас уже не пахнет. То есть сейчас все люди очень злые. Все, без исключения. Даже мои соседи. Даже я в каком-то роде уже злой стал, но стараюсь эту злобу не показывать на всех. То есть я стараюсь быть общительным, я стараюсь быть добрым, я стараюсь быть веселым. Как это получается, конечно, не всегда. Все же. И знаете, очень-очень обидно, потому что людям относишься как-то по-доброму, как-то с улыбкой, как-то учишь донести им какую-то вещь, просто показать, что ты такой веселенький, то есть ты просто хочешь общаться. А тебя строят так, что ты либо сумасшедший, либо ты идиот, либо ты просто что-то хочешь. Никто не понимает, что это просто доброта, что это было когда-то нормально. Вот так вот и жизнь слаживается. Ну, что ж, сами довели, придется расхлебывать, как говорится, извините, расхлебывать то, что мы напидокурили. А что делать? Ничего. Нельзя так. Вот, Славя даже сам согласилась. Мало, спасибо, Славя. А как можно? Она пожала плечами. Как-то иначе? Я не знаю. Вот когда узнаешь, скажи. Мы были квиты после сценки у столовой. Даже немного с лихвой. Поэтому я расслабился немного и даже позволил ей покопаться у себя в эмоциях. Потому что говорить нельзя проще всего. Я имею в виду здесь, в этом месте, люди все честные. Поэтому я так и люблю это место. Здесь красиво, спокойно. Не надо думать о вещах вроде доверия. Так как оно здесь само собой разумеется. Кажется, этот разговор уводил меня далеко-далеко. Совершенно не туда, куда я стремился. Ты волнуешься. Это было сказано утвердительным тоном.
Что? Почему? Ты жуешь слишком сосредоточенно. Прости. Ничего. Извини, сегодня так набегалась, не успела тебе лагерь показать. Ты же прислала электроника. Он все и показал. Прямо все-все? Она улыбнулась так, что я, смутившись, спрятал глаза. Да кто же его знает? Я здесь первый день, может, что и пропустил. Хорошо. И что ты сегодня уже увидел? В порядке очереди? Да. Ладно. Я почесал затылок. Сначала достопримечательность. Генда. Потом Лена. За ней столовая, злая Алиса и футбольное поле. А пляж? Я почти пришел. Ты меня там перехватила, помнишь? Так это пристань была. На пляж обязательно сходи. Что это за лето такое, что ни разу не искупался? Обязательно сходи. Или хочешь, давай вместе сходим? Ну ладно, давай. Естественность и непринужденность славы плавно дожигали мои годовые запасы смущения. И откровенно уже пугали, когда мне вдруг пришло в голову то, что формировалось в процессе жевания. А вдруг для них все это так и не должно быть? Вдруг этот мир непонятен и пугающий только для меня, а для них он родной, возможно? Даже вот игра соглашается со мной. Может быть, меня зашвырнуло в прошлое? Хотя я не помню такого прошлого. Да и Генда, если на то уж пошло. Вот, кстати, не знаю почему, но вот пока я читал, у меня сложилась теория, что Совёнок это не как части воспоминаний, как нам хочет втереть Ириточка, что это какие-то витки, какие-то параллели, что это человек сам себе надумал, какой-то сон. Возможно, это, так сказать, такой... Вот как у меня друг даже, вот мы с ним переписывались, и он мне сказал, что, возможно, похож на эдакую брошь времени, то есть разрез какой-то, что тут собралось такое как бы сосредоточение всего, то есть много Семенов, много разных вариантов, то есть этот лагерь, по сути, наполнен именно Семенами различных как бы, ипостасей, то есть... Вот я ж не думаю, что бесконечно, ну, мод 7 лет проходит только парни. Возможно, и девушки, и поэтому там получаются такие как бы женские копии Семёна. Но они просто не отличаются видом. Поэтому все это как-то так и контактируют. Возможно. И поэтому так вот и получается, что его зашвырнуло в прошлое. Хотя прошлое это не такое, как его обычное, которое он так и помнит, что оно там должно быть там, не знаю, когда он был маленький, что все должно быть хорошо. А такое, эдакое альтернативное видение прошлого. Как-то так. Но это одна из теорий, серьезно. Это просто одна из маленьких крупинок тысяч теорий по бесконечному лету, в которой можно еще копаться, копаться, копаться и копаться. Так, продолжаем чтение. Может быть, меня зашвырнуло в прошлое? А, да, я и Генды на это уже пошло, я уже читал там. И спрашивается, какого фига им, Славе той же, смущаться незнакомого пионера, если они уверены, что и этот пионер смотрит на них с таким же встречным позитивом. А можно задать глупый вопрос? Нет. Ну, пожалуйста. Ладно, какой у тебя вопрос? Какой сейчас год? Вот уж действительно неумный вопрос. Неужели сам не знаешь? Мне бы хотелось, чтобы ты это сказала, если не слишком сложно. Не сложно. Она встала из-за стола. 1989 год от Рождества Христова. Это какая-то проверка была? Да нет. Просто пытаюсь подсчитать возраст возраст одного своего знакомого. Вот как? И что же получается? А получается, что бегает он сейчас в коротких штанишках, пешком под стол, и все в его жизни замечательно. Так это же хорошо, когда у твоих знакомых и друзей все замечательно. Угу. Особенно если этот один очень особый знакомый по фамилии Персунов и по имени Семен. Ну ты все доел. Я показал ей пустой пакет. Тогда пошли, мне нужно еще закрыть этот домик. Ну все, если что, дорогу Кольке Дмитриевне сам найдешь. Она тебя куда-нибудь допоселит. Я кивнул и прикинул, что домик квадратный должен находиться на параллельной улице. А мне кто-то написал ВКонтакте. А посмотреть я не могу, потому что я записываю серию, поэтому извините, если вы услышали такой...
то, извините, я просто сейчас параллельно еще ВКонтакте пока. А если сейчас я попытаюсь как-то закрыть, то у меня высветится окно браузера. Я не хочу это видеть, серьезно. То есть, если... хотя если можно нажать на паузу, там это все замазать, это все отредактировать. Мне лень. Давайте так, оставим. На всякий случай. Но пока не спешил навещать ее. Было бы неплохо по закону Архимеда после вкусного обеда в рамках вечернего моциона зайти-ка в здание неизвестного архитектора. Ну, это я так перефразировал. Я помахал Славе что-то ищущей по карманам и ушел. Что-то ищущей? Может, ключи потеряла? Кажется, она вовсе не заметила моего ухода. Она вроде ключи теряла. Ну, по крайней мере, пока я читал, она помнит, что теряла ключи некоторые. От чего не знаю. Я уселся на лавочку и еще раз прокрутил в голове все, что произошло со мной сегодня. От высадки из автобуса до засады у столовой. И как я ни старался, как ни прикидывал, но не мог найти в действиях окружающих какого-либо злого умысла. Даже две рыжие бандитки действовали только ради собственного развлечения и не преследовали каких-либо злых целей. Моя смерть, внутренние органы, электронный счет никого не интересовали. Автобус, лагерь, девочки. Почистив силиконовые амбушюры, в общем, эти фиговины из этого, из наушников, полой футболки, я уже совсем было собрался немного приобщить местный мир к последним достижениям электронной музыки, как вдруг мое внимание привлек тихий шорох со средней скамейки. Девочка читает книгу. Лена. Ну, действительно, кто же еще может читать книгу в лагере, если вечером и если только не Лена? Она не сколько читала, сколько сидела, прикрыв глаза, и что-то беззвучно говорила, будто только что повторяла прочитанное. Или грезила наяву. Волшебная девочка в волшебной стране. Очень ценное умение верить в чудо. Вот тут действительно сказана фраза очень метко. Сейчас вот опять же возвращаемся к теме людям. Люди сейчас даже не знают, что такое, ну, то есть люди сейчас уже не верят так в чудо, так каковое. Сейчас люди перестали чему-то удивляться. Почему? А потому что мир так устроен, потому что уже не хочешь ничему удивляться. Часто всякие сюрпризы уже больше неприятные, нежели приятные. Такова жизнь. Возможно, в будущем что-то изменится, но пока это так. Не знаю, смог бы я так, отложив книгу, грезить наяву о каких-то чудесных приключениях и странах. Но почему бы не спросить ее об этом? Хотя бы о том, что за книжка ее так сильно впечатлила. Давайте подойдем, может, спросим. Я встал и подошел к ней поближе. Девочка продолжала читать, не обращая на меня особого внимания. Ноль внимания, фунт презрения. Лена, кажется. Молчание. Да она меня игнорирует, похоже. Я шумно прочистил горло. Привет! Что читаешь? От удивления и неожиданности она аж подпрыгнула. Ох, прости! Я постарался успокаивающе улыбнуться. Я совсем не хотел тебя напугать. Вот это немножко странно. То есть, ты хотел с девушкой поговорить. Она теперь раз дала понять, что не хочет с тобой разговаривать, раз. Второй раз она тебя спросила, то есть ты как бы ее спросил, она снова не захотела отвечать. И ты специально прочищаешь горло, но сейчас ты говоришь, я не хотела тебя пугать. Хотя ты видел, что она пугается каждого шороха. Логика. Зачеркиваем. Все, нет. Хотя это не так безрассудно, как делал оригинальный Семен. Все-таки тут логики чуть больше, чем нужно. Но не больше, чем нужно. Как-то сказал, как-то и по-идиотски, но все же. Думаю, вы поймете. Ничего. Даже в полутьме был заметен румянец, которым мгновенно покрылись ее щечки.
Что читаешь? Правильно. Что еще можно спросить у девочки с книжкой? Она подняла книгу с коленей и показала обложку. На белом фоне алой вязью было написано «Унесенный ветром». Я улыбнулся. Романтика, что же еще? Давайте сделаем комплимент книге, может быть, это, ну, все-таки... Если просто спросить о книге, возможно, как-то не воспримет не так или пошлет нас вообще. Похвалим давайте. Просто нету других выборов, хотя можно было и пропустить это все. Но все-таки я думаю, лучше похвалить. У тебя очень хороший вкус. Поколение интернетов знает понемногу все и не знает толком ничего. Но уж пару цитат выдать могу. Скарлетт О'Хара. Я подумаю об этом завтра. Люди больше волнуются лишь о тех, кто дарит им заботы. Человек не может двигаться вперед, если его душу разъедает боль воспоминаний. Подхватила она, тут же смутившись, опустила глаза. Замечательная книжка. Да. Она захлопнула книгу и отложила в сторону. Уже уходишь? Да. Пойду спать. Так как я не выхожу на нее, давайте просто дадим ей уйти. Мы как бы вежливо спросили ее, вежливо с ней постарались поговорить, как бы быть с ней максимально тактичным, как говорится. Быть вежливым. Дать ей уйти. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Она поднялась со скамейки, поколебалась секунду, а потом развернулась и растаяла в ночи. Все как обычно. Вот что значит старая школа. Такие девушки, как она, не интересуются такими парнями, как я. Все логично. Нас либо френдзонят, либо игнорят. Спасибо, хоть что поговорила со мной. Вечер теплый, добрый мой. Возможно, сегодня произошло все не так, как я планировал. Не так, как я хотел. Но это не важно. Это всего лишь означает, что мне и завтра будет чем заняться. Я же далеко не со всеми перезнакомился. Взять, например, ту японскую девушку-виденье. Или таинственную Женю. Уверен, и кроме них здесь найдется еще целая куча интереснейших личностей. Кстати, мне кажется, музыка немножко громко идет, поэтому я сейчас попробую немножко ее заглушить. Чуть-чуть, нежели обычно, потому что это кастомная музыка. Сейчас немножко так вот поуменьшу. Вот так вот, немножечко поуменьшу, потому что музыка из модов обычно она играет несколько громче, нежели обычно. Но это все завтра. Сейчас надо похлопотать насчет ночлега. Я уже обогнул постамент бронзовому балбесу с непонятным ни то именем, ни то фамилией. Как вдруг мое внимание привлек металлический блеск. Что это? Я подошел поближе и подобрал. Ключи Славе. Здесь мы стояли, когда Славя крикнула воришек у столовой. Как она их потерять умудрилась? Такая же вещь важная. Я подобрал артефакт и сыпал его в карман. Так вот, что Славя искала, когда... Ой, блин, я ударил по наушникам. Вот что она искала по карманам, когда он там ее увидел. Надо будет потом найти Славе и отдать ей. Или нет? Она покормила меня... кормила она меня в каком-то чужом домике. Так что могу только приблизительно догадываться, где она квартирует. Решил, что стучаться во все дома подряд, идея не из разумных. Я направился дальше по своим делам. Иначе это силуэт с длинными до земли хвостами, в припрыжку направляющийся мимо меня куда-то в сторону столовой, напевая какую-то песенку с голосом Винни-Пуха, я уже даже не обратил внимания. Устал. Только ветром донесло «пурум-пум-пум», и все стихло. Ночь была тихой. Пионеры, похоже, разошлись, и в темноте были лишь видны светлые квадраты окон их корпусов. А сверху на это все улыбались теплые звезды. И я добрел до знакомого домика и постучался в дверь. Вот этот домик наш любимый с сиренью ночной. Открыто! И я вошел. Ольга Дмитриевна приветливо улыбнулась мне. Она сидела на кровати справа и бегло записывала какие-то мысли в солидного вида тетрадь в кожаном переплете. Не иначе про Семена, который гуляет допоздна,
и заставляет нянчиться с ним лучшую пионерку отряда. Я уже начал было что-то говорить, но она жестом оборвала меня и указала на соседнюю кровать, где лежала скатка и постельное белье. «Садись», — она продолжала писать. «У тебя, конечно, целая куча вопросов, но давай мы их оставим увлекательной викториной на завтра». «Но как же...» «Успокойся», — прервала она меня. «Сейчас это не важно». Она задумчиво посмотрела на меня. «Вещей, вижу, у тебя нет. Не страшно, подберем что-нибудь, у нас тут все необходимое есть. Форму тебе завтра Славя тоже даст, не волнуйся». «Но я не...» Мои робкие протесты вынудили ее отложить ручку и строго посмотреть мне в глаза. «А мы все здесь не... Спать будешь там, где сидишь. Можешь начинать разоправляться». «Что?» Я растерялся. «Да, помнится, Славя говорила что-то в этом духе, но я не обратил внимания. Потому что ну не может же вожатый и правда жить с пионером. Ты не маленький, стесняться меня нечего». Глаза у нее были зеленые, бесовские. И какая-то сжавшаяся в моем затылке пружина понемногу распускалась, уже не норовя забрызгать окружающим содержимое моей черепной коробки. Делать нечего, пришлось заправляться. Когда я заправился, вожатая понимающе улыбнулась. «Спокойной ночи». Она щелкнула выключателем. А я было начал снимать штаны, как вдруг в кармане что-то зазвенело. «Точно, ключи нашей девочки на все руки». Я задумался. А вот тут выбор, довольно-таки сложный. Я не знаю, можно отдать ключи вожатой, и это как бы повысит нашу карму, возможно. Потому что мы как бы действуем на благо. Хотя это все-таки больше стукачество, поэтому, думаю, на благо не получится. Но с другой стороны, если я отдам лично Славе, то, возможно, я выйду ее на ее рут. Что не есть хорошо. Давайте будем держаться все-таки по руту нашей любимой Микуни, которую мы должны встретить во втором дне, надеюсь. Если ничего не поменяли на тот момент. «Ольга Дмитриевна». «Да, чего?» «Я тут ключи нашел на площади. По-моему, Славе их обронила». «Правда? Тогда положи их на стол, я завтра ей отдам». «И фитиля вставлю, чтобы не разбрасывалась ключами, где попало», — почти явственно услышал я. Согласно угукнув, я оставил ключи на столе и сложил одежду и нырнул под одеяло. Несмотря на то, что я жутко волновался, думал, не усну. Отключился раньше, чем голова коснулась подушки. И на этом, как бы, моменте мы засыпаем, и день проходит. Проснулся я от скрипа. Меланхоличного такого, протяжного. Какой обычно издает лениво собирающийся человек. Ну что, я дурак, упускать такую возможность. Разумеется, тут же повернулся, не вылезая из-под одеяла, и приподнял его так, чтобы образовалась маленькая дырочка. Ах ты извращенец! Любишь за вожатыми подглядывать? Ах ты! Ой-та-та-та-та, плохой Семен, плохой. Нельзя подглядывать. Нельзя. Удалось увидеть не очень много. Вот тебе наказание за то, что ты подсматриваешь за вожатыми. Но и того, что удалось, хватило с лихвой. Семен, если будешь так сопеть, я решу, что у тебя сердечный приступ. Усмехнулась вожатая, не поворачиваясь в мою сторону. Приступ или нет, но видеть девушку в одних трусиках и в пионерской рубашке, застегнутой на две пуговицы, это, простите, кого хочешь, да приступ это ведет. Она сидела, сложа ногу на ногу, и опять что-то старательно заносила в ежедневник. Знаете, мне даже интересно, что же она там в том ежедневнике пишет уже. Если мне не изменяет память, ну, пока я читал, то есть даже рут Ольги Дмитриевны. И, наверное, это уже после всех рутов, которые девочки, которые я хочу пройти, потому что на подходе уже пишется рут Мику 7 дней лета, то есть Мику 7DL, как назвали, то есть авторский рут. И если он допишется до того времени, пока я прочитаю Мику Диджей, естественно, я буду проходить его. А потом уже на ваше усмотрение. Я устрою голосование в группе, ну, нашей ТГРовской, какой рут мне дальше проходить.
То есть все тут уже все зависит от вас будет. То есть я, моя изначальная задумка пройти два рута. То есть это Miku 7DL и Miku DJ. А дальше, как говорится, все в ваших руках. Поэтому если хотите, да и заходите к нам чаще в группу, у нас там весело. Мы там часто делаем стримы, какие-то там развлекательные программы. В общем, у нас не скучно. То есть приходите, общайтесь. Может даже что-то и вы запишете в летсплей, мы что-то чем-то вам поможем, чем-то расскажем, может чем-то подсобим. Ну вот как-то так. А пока, наверное, продолжим. Ну, сколько продолжим, сколько еще не знаю. До подъема еще полчаса. Спи пока. Или на краткий миг я увидел на лице Ольги Дмитриевны точно такую же усмешку, какой меня одарила вчера Виолетта. Ну или Виола. Я просто привык и Виолетта называть все-таки так более солидно. Ты будешь подниматься. Горестно вздохнул по безвозвратно почившей утренней эротике. Я отвернулся и смежил веки. А вот этот, кстати, звуковой эффект из Max Payne. Моей Гриши любимой игры. Так, настройки. Давайте все-таки немножко увеличу звуки, чтобы вам было поприятнее слышать чуть-чуть. Чтоб не так громко. Продолжаем просмотр. Ну, или наслаждаемся моим чтением. Ой, как же это хреново звучало. Солнце било мне прямо в лицо. И я расчихался от этого. По мне так замечательное пробуждение. Похоже, я все-таки уснул. Эх, такую сцену проморгал. Конечно, все относительно. Но вчера, например, я открыл глаза в незнакомом автобусе. Будто этого было недостаточно, я спал в зимней одежде, сидя на солнцепёке. Мало удивительно в том, как я себя потом чувствовал. Я потянулся на простыне и блаженно застонал. Выспаться удалось на славу. Здесь же, ну не знаю, комната как комната. По сравнению со вчерашним, изменений минимум. Я внимательно оглядел место, где спала вожатая. Ольга Батьковна уже умотала по своим вожатским делам. И это дало мне пару минут на то, чтобы провести очередную регоксыновку. Абы как брошенное покрывало, носки на спине на изголовье, а на спинке в ногах огромный, большой и прекрасный, в крайне объемистый даже предмет женского белья. Вот, значит, вот к чему должен стремиться порядочный пионер. Интересно, она тут сама убирает? Или заставляет пионеров? Не хотелось бы оказаться в роли вечно дежурного по домику. С другой стороны, заставлять девушку, с которой не состоишь в отношениях ни родственных, ни семейных, убирать за собой как-то не очень. Ладно, пора вставать. Я спустил ногу на пол и тут же убрал ее под одеяло. В комнату вошла Ольга Дмитриевна. Проснись и пой, Семен. Утро за бортом прекрасное, синоптики грозят от 30 градусами воздуха в течение дня, так что грех залеживаться на кровати долго. У нас такой... У нас здесь очень строгий распорядок, одобренный лучшими специалистами. Сон не менее 8 часов, свежий воздух, массовые мероприятия. Все, чтобы ты как следует набрался сил. Подъем 8. Я не скрывал ужаса. А что не так? Нормальное время. Как раз по холодку прогуляешься, умоешься, потом зарядка, линейка. И уже завтракать можно. Мы тебе заскучить не дадим. Это я обещаю. Вот уж действительно. Это тебе. Она бросила мне на кровать сверток. Судя по специфическому запаху детского мыла, мне только что с барского плеча судили банные принадлежности. Поднимайся давай! Она скрылась за дверью, и я уже начал было подниматься. Как она снова появилась. Да, чуть не забыла. Твои старые вещи отнесла в прачечную. Вечером верну чистыми и глаженными. Все равно не по погоде. А что? Открой шкаф. Там на плечиках висит комплект формы. Будешь ходить в ней. Да нет, я... Если ты о содержимом карманом... Кстати, весьма странно. Она в том же шкафу. Кажется, понятие частной собственности здесь отметает как буржуазный предрассудок. Ну... Кстати, я, правда, не знаю, не рос я в Советском Союзе. Проморгал как-то это время, и меня не сделали раньше. Но, как мне рассказывали именно мои родители... И бабушка, и дедушка, и... Понятие «моё», «твоё» не было. У всех было все общее. Прям как в общежитии. Вот как это так.
Но даже сейчас у нас вот все общее. Общая еда, общая вода, не знаю, там, готовим все как-то вместе. Вот как-то так. Все у нас скооперировано. А пока слово за слово, уже 35 минут. Наверное, сейчас мы дойдем до какой-нибудь сцены, чтобы я уже мог спокойно... Хотя не хочется распрощаться, но приходится. Не думаю, что вы будете смотреть очень долгую серию постоянно. Давайте, наверное, все-таки постараемся закончить побыстрее. Чтобы уже могли спокойно там уйти по каким-то делам. Или смотреть дальше YouTube. Это уже как на ваше усмотрение. Она выпорхнула из комнаты, дав наконец мне возможность одеться. В рубашечку с коротким рукавом, в короткие штанишки. Ощути себя карапузом называется. Форма была новёхненькая, штаны не расхожены, рубашка скрипит от крахмала, галстук переливается кумачом. Я сейчас надену это и превращусь в плохую копию электроника. У него хотя бы лицо такое, что вопросы насчет дееспособности пропадают. А что мне делать с моей унылой физиономией? Может, ну его? Ну, точно! Давайте обмотаемся простыней захлёстом и будем ходить как римские патриции. Или просто в труселях отправимся щеглять на улицу. Вчера приобщил к Дениму, сегодня к Кевину Кляйну. Даешь на посвет. Спустя 5 минут прикидывания вариантов, я понял, что альтернативой всему прочему будет разве что поход в улицу в одном из купальников Ольги Дмитриевны. Пуркуа бы ден папа. Блин, я французский забыл, что это значит. Хотя учил. И выговорить эту фразу от... как бы сразу не получалось. Да и не получилось спустя какое-то время. Я взял рубашку в руки и на миг зажмурился от целой россыпи солнечных зайчиков, скаканувших от злоченных пуговиц. На ощупь... У меня вообще аллергия на синтетику, и я дико потею и чешусь, если долго ношу синтетические вещи. Уже развились кое-какие тактильные навыки. Так вот, на ощупь это был чистый хлопок, безо всякой полиэстерной дряни. Вещь. У меня, помнится, были две такие рубашки, с позолоченными пуговицами парадная выходная, и со скромными пластмассовыми кружочками, обычная. Не думаю, что местные порядки сильно отличаются. Во всяком случае, ни на ком встреченном мне золотые пуговицы углядеть не удалось. А значит что? Значит, Ольга Дмитриевна надо мной здорово подшутила. Пионерский лагерь с детьми-пионерами и вожатой троллем. Восхитительное сочетание. Рубашка была приятно прохладной, а короткие штанишки оказались удивительно впору. Галстук, помнится, меня учили вязать. Сейчас я легким движением руки, беспутанный бесформенный ком, полетел на застеленную кровать. Ну и хрен с тобой. Я заметил под кроватью сандали. Похоже, для меня решили экипировать по полной программе. Это радует, всяко лучше, чем босиком ходить. Даже если здесь нету пьяных туристов, бросающих битое стекло в траве, всегда остаются шишки и камешки, на которые наступать босой ногой несколько неприятно. Я застелил постель, перевесив хитрый кумачевый узел на спинку кровати, и вышел из домика. Ольга Дмитриевна уже ждала меня за дверью. Смотри, там умывальники, умоешься, а потом иди на площадь. Площадь зачем? Зарядка! Пионер должен хорошо выглядеть и быть в форме. Зарядка необходима. Ну как скажете. Но Ольга Дмитриевна всегда в своем репертуаре. Ты должен, ты обязан, ты пионер. Делай, как я скажу. Вот. Не сделаешь, будешь таскать мешки с сахаром. Всю свою жизнь в совенке. Я пожал плечами и поплелся в сторону умывальников, лопатками чувствуя ее излучающий взгляд. Она явно непроста и что-то знает. Надо только раскрутить ее на разговор. Но как? Семен, а где твой галстук? В комнате. Я на себя эту удавку добровольно не надену. Семен, надо! Без галстука тебя никуда не пустят. Я остановился и развернулся. Что, даже в умывальнике не пустят? Нужно завтрак точно. Ты что же, не умеешь повязывать галстук? Вот как-то не приходилось раньше. Я заметил странный взгляд, которым она меня одарила, и поспешил продолжить. На застежках носили. Она кивнула. Это ничего, я тебя научу. После умывания жду тебя здесь.
На зарядку вместе пойдем. Жду с нетерпением. Я подпустил в голос немного яда. Ты что, из одежды злишься? Не злись, я как вожатая не могла ставить ее грязной. Не самой же мне ее стирать? Я ничего не ответил и завернул за ближайшим домиком. Там уже начиналась тропинка в сторону садистского аттракциона с ледяной водой и шаткими раковинами. Давайте на этом моменте мы уже остановимся, потому что запись идет больше 40 минут. А я же говорю, вы смотреть это все, думаю, не будете. Серия у нас так получилась хорошей, объемистой, со всякими историями и всякими такими отсылками и отступлениями. Что ж. Фух, действительно было интересно. Ну, давайте действительно закончим, как я уже сказал, это повторился. С вами был Карсенган, подписываемся, ставим лайки, заходим в нашу группу, обязательно заходим в нашу группу, там у нас все-таки проходят всякие веселья, всякие там, ну не конкурсы не проводятся, но вот всякие там турниры бывают, какие-то там стримы, какие-то такие общения с нами, то есть мы можем что-то рассказать про себя, ну, в общем, у нас классно, заходим в нашу группу, она где-то будет в описании, обязательно будет в описании, я так думаю. Если захотите ко мне на канал заскочить, хотя там пока ничего такого и нету, там осталось только видео моего двухлетнего давно, извиняюсь, двухлетней давности. Ну, естественно, туда я буду немного уже закидывать свои основные тоже видео, какие-то там отступления. Что еще? Ну, естественно, мне говорить, что мне нужно изменить. Дикцию я уже понемногу начинаю вырабатывать, то есть понемногу вот я читаю, уже не так сильно запоминаюсь, как вы уже могли заметить, что я уже не так сильно проглатываю слова, ну, уже постепенно начинаю исправляться. Благодаря вашим советам. Вы дальше говорите, что мне нужно исправлять. Что ж, с вами был Витя, или АК Карсенган. Удачи и не болеем. Пока!